Всем привет! Сегодня хотелось бы поздравить всех с Рождеством, пожелать мира в семье, благополучия и здоровья. А сегодня мы приготовим перловку по-эстонски. Итак, поехали! Для начала добываем огонь. Ставим сковороду и сразу кусочек жира здесь. Пока греется сковорода, нарезаем мясо. Небольшими кусочками, не сильно маленькими, не сильно большими. Чуть меньше, чем на шашлык. Вот такие кусочки получаются. И отправляем наше мясо в сковороду. Мясо обжаривается, нарезаем лук полукольцами. Мясо обжарили, добавляем лук. Обязательно надо посолить и обязательно добавить приправ. У меня тут приправа для мяса. Вот так видно. После чего добавляем квашеную капусту и тоже немножко обжариваем. Итак, все это дело обжарили и засыпаем перловкой. Перловку замачивал на ночь. Промыл ее несколько раз. И все. Добавляем водички. Затем берем фольгу и закрываем нашу сковороду. И отправляем все это дело в духовку минут на 40 при 200 градусах. Так, время вышло. Открываем. Это все дело перемешиваем. У нас еще чуть-чуть влаги там есть. Так, перемешали. И отправим еще буквально на 5 минут в духовочку, чтобы влага ушла. Блюдо готовое, осталось только попробовать. Нежнейшее мясо, перловка идеально приготовленная, а сочетание с квашеной капустой — это что-то. Пробуйте, готовьте, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!